Это все ваши медали? Ну, это не все, мне много их. Каждые 5 лет мне дают, я как, 5 лет нам дают. Я вообще и труженик, и все, и вы... Мы подавали, а не стрелять. Мы подаем, вот и обидно. 33 года живу в городке. У меня квартиры нет, я на квартире живу. Понимаете, вот 40 лет я в квартиру хожу. Она не моя. Я уже за 12 лет здесь сколько? 4 квартиры поменяла. То в одну там сниму, там сниму, там сниму. Пропишусь, только обратно надо где-то искать. Они только продают ее, то меняют. Ветеранам все не должны быть обеспечены. Ну, вот я что, попал, потому что как проклятый. Мне вот обеспечили. Она была участником этой войны. Они стирали бинты военных. Это, то есть вам пришлось это доказывать. Они, да. В Орджоникидзевске мы обратились, чтобы ее поставили на учет как нуждающуюся. Мы этот суд проиграли. Пошли в областной, и в областном суде все-таки мы выиграли. Поставили на учет и передали документы в администрацию города. В итоге мы звоним туда, нам говорят, все хорошо, да, вы к концу года, либо в декабре, либо в январе получите сертификат. Позвонив в министерство, кто выделяет эти деньги, нам говорят, так вас вообще на учете не стоит, вас нам не числится в списках, опять в базе понимаете? Вас нет. Мы 31 октября пошли опять в суд, получается, в Ленинский, на что сторона администрации, представитель их, просила судью полностью отказать опять нам в иске, потому что мы не имеем на это оснований. Мы, честно говоря, ошарашены, и мы не ожидали, то, что будет все так долго. Бабушке в свое время это вообще непонятно. Ей реально 90 лет, она говорит, что тогда, ну, когда она жила еще при той политике, так скажем, другой, такого отношения к людям не было вообще в принципе. Это вот папа живой, ему вот две имя и две. Принесли, потому что он как бывший военный был-то, они же из Украины-то, как оказать, мы же русские же, русские. Так как она не собственник, она не числится нигде. Нигде. И ее не поздравляю. Она живет в этой квартире, это племянника квартира. Даже на 9 мая не поздравляют. Вы знаете, кто меня поздравляет? Путин. А наша вот администрация, а ни от кого никто ничего не знает. Так хочется пойти повстречаться с такими старичками. Почему не приглашает? Я вот такая тоже, так в другой раз мне обидно. Мама, ты сейчас успокойся, ты лучше расскажи, вот как после войны, вот как было ей тяжело. Вот если вы послушаете ее, какой она жизнь жила. Ой, трудное место, не надо вспоминать. Я на Бислице была, где я только не была. Мне избита вся была, вся черная была. Но все равно, удивительно. Я чекал на них, носил. Нет, ну все, успокойся, в тепле, сытые. Чтобы могли бы общаться, да, денег какой-нибудь коммуналки. Тебе же можно, что я упрашиваю, какой хором. Thank you.